مرحبا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. مو خاطر ان شاء الله تكونوا ملاح. ليكيب اليوم انا حنديروا واحد التجربه. كنا جايين في طريق ما كناش حنديروا فيديو. لا ما نقدر نكرهه باللي انا حنديروا واحد التجربه تاع مساج تاع مساج تاع الرجلين. لا هنا في مدينه سوتشي خاوتي دي معروفه بهذه الحاجه هذه هنا في روسيا. قعدوا معنا حتى الله فهمت على فيديو. ديروا جام هكذا كيما راك تشوف جمجمه واشترك وشغل جرس ويلا نبداو. انا نقدم ديجا الحانوت هنا برك. شوف انا من جهه البحر خاوتي المنظر غاشي منا الدنيا اليوم السبت منا حبينا نجربوا هذه التجربه. دراست مو بروست يوتيوبر حتى ميت بروست سينمات بون لازم لازم هنا نحو صباب الله دنيا ديش ابو طوطه منوتكو بروست Носки тоже надо снимать. Вот здесь снимай, иди сюда, не мешай. Ко мне иди. Вот здесь разуешься, иди сюда. Ко мне иди, ко мне. Садись вот сюда. Спасибо. الحوت هذا خاوتي يدير لك مساج رجلي كي تشوف شوف هاولي ها صبر شو درجي Еще поднимать. Надо. А то мокрый. Теперь бочком сидеть. У нас здесь очень жарко. Да, тепло здесь. Воду, когда заходишь, тоже уже бывает. Там внизу ставь. Камушат. Иди, садись. Да, да, мы сами все делаем. Так горячая вода, да? Теплая. Садись, садись. Можно ставить температуру. Теперь подвигайся поудобнее. Сейчас горячая вода. Подальше, подальше. Секунд больше, каточка. Вот, снимай, снимай его, снимай. Ай! Ой! Щекотный просто. Нормально. У меня все смеются, можешь хохотать от души. Дыхнул. На, держи. Я не могу его держать. Ты можешь удержать? Садись вот сюда, садись, снимай. А я буду уже сейчас, ребят, время закончится. Да сейчас все нормально. Вытирать ножки буду им. Че, как, нормально? И потом расскажу. Месяц, месяц, массаж не будет, все. Ногам, понял? Вот. Смех, а потом будет кайф. Все остальное время. Так, мои котятки, с кого начать? С меня, наверное. Тебя это зовут? Хорошо для здоровья, да? Да, очень хорошо. Сейчас все расскажу, давайте я сейчас вот, ребят, вытру ножки, хорошо? И вам все-все расскажу для ваших блогеров, ваших штучек. Так, зачонок, смотри, вот делай вот так ножку, как балериночка. Все, и мне давай ножку. На пяточку ставь. Молодец. Да, такое ощущение после этого. Да. Как будто это, как иголочка что-то, да? Да. Это вот эти массажные движения, они как еще какое-то время будут ощущаться. Немного, недолго, но будут. Что-то новое мой тело чувствую. Да? Новое для тела? Да. Все прошло. Да. Конечно, прошло, я сказала, 30-40 секунд. Редко бывает, когда люди вот... еще время просто нужно для того, чтобы тحس واحد الدغدغ مع الاول ومع اللي كنت تنفصل قال لك هذه مليحه للصحه. У меня клиенты, я же не так, клиенты, не могу разговаривать. Хлюй. قال لك ياكل الخلايا الميتة اللي عندك في الكور تاعك تما في جهة تاع رجلك تما الخلايا الميتة كامل ياكلوهم هاد الحوت تما يخلوا غير الخلايا الجديدة الحية تما حاجة اللي الخلايا الميتة والبكتيريا كامل ياكلوها سبحان الله. نحسهم خفاف رجلية ولا على بالك. Рыбки называются гара руфа. В переводе с турецкого это рыбка-доктор. Что они делают? Прежде всего гидромассаж. У них ротик есть без зубов, без хрящика. Только ротик и телка. Ротиком они собирают отмершую кожу, а телом вот такие движения совершают. Они делают массаж. Лимфатической системы. А так как на стопах наших находятся цветочки нашего организма, естественно, активизируется работа и почек, и печени, и пищеварительной системы, сердце, легкое. То есть весь организм встает
на дыбы от радости. А, снимаются отеки, снимается усталость. Окна, площадь красная видна. Пошла я это сниму. Беги, смотри, пока не упало солнце. Ну, быстро, пока-пока. Поставь на заре. Солнышко, быстро. Ты хочешь тоже? Посеком-то куда побежать? Ахерен, Зай рахет джарабха тяник. Зай тоже будешь делать. Да. Дыгдыгу маллю были, дыгдыгу. Ужас. Маллю были дыгдыгу. أنا إيش قتلت العجوز؟ قتلت الحوت يجيبوه من 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 المياه الدافئة يجيبوه من تركيا. كيف تشوف سويس زاي؟ уже нормально. Ну у меня все смеются, да, пищика. Да, 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 пищикатушка. Необычно для кто-то тебя там кушает. Они не кушают, они мертвую кожу. Да, мертвую кожу, но это мне практически неощутимо. Больше всего они делают массаж все-таки. Я так считаю. Это мое убеждение на 250%, что я там чувствую. Да. И самое интересное, что когда мы будем... А ножки потом, как же помнится. Да, такие прям обновленные. Когда будете идти, еще какое-то время, несколько там минут, будет ощущение, что они еще тыкаются, они еще там что-то делают. У нас здесь не соленая вода, это пресная. Ходит, хотя бы в Дарраха, Ахшин Хаджан Сахаха, Динас Лиандхо. روماتيزم ثاني في رجليها مليحة ليها الناس اللي عندها اللي تتعب على بالك قال لك هم ياكلوا كامل الخلايا الميتة والحاجات يصفيوا لك كامل الخلايا تاع الجسم تاعك اللي عندك ما في رجليك حاجة زايدة حاجة يرقليوا لك كلش سبحان الله فاكم. هذه الناس تحب تجربها تجربها ما على باليش لكن ماما كاينة في الجزائر هذه ما على باليش مانيش متأكد أنا ما شفتهاش. Да, эти рыбки были, они были у него в гареме. Так, смотри, Валеринка, знаешь, как делают ложку? Вот так, вниз опусти. Смотри, смотри, как они, смотри, 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 как они этот. Вот так, и вот так ставь. О, хорошо. Да, скажи, да? Да. وليكيب هذه الفيديو كانت تجربة درناها تجربة خفيفة بون هي مليحة للصحة يعني يدوك هذاك السمك كان معروف من الحضارة العثمانية يعني من بكري كان سلطان سليمان كان يديرها يعني هما داوها ملتهم سي بور ديجا اصلا هذاك السمك يجيبوه من تركيا يجيبوه من البحيرات هكا في تركيا يجيبوه لهنا باش يخدموا به هما يعني حاجة مليحة للصحة تاكل كل البكتيريا والخلايا الميتة في الرجلين تاع الانسان والناس اللي عندها روماتيزم ومنها تستابيليز بزاف امور في الكور تاع بنادم تسمى الناس اللي حابه تجربها تجربها لانها حاجه مليحه للصحه. خلونا جمعكم ان شاء الله تكون عجبتكم التجربه تاعنا تحياتنا.